Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. И сегодня вопрос-ответ. Посмотрим сегодня, что на пороге в работе, карьере и бизнесе. Прямо на пороге это в ближайшие дни. Может, если вас что-то волнует, загадайте, подумайте о том, что вас волнует. И я выложу одну карту и скажу вам, что я вижу на пороге в работе, карьере и бизнесе. Это прототип самой маленькой консультации, вопрос-ответ. Ну что, смотрим? Но я хочу вам сказать, что у вас на работе, в карьере и бизнесе в самое ближайшее время будет прорыв. Это туз пентаклей. Туз пентаклей именно для работы, карьеры и бизнеса лучшей карты не могло выпасть. Получается, что все, что вы задумали, вот я даже сейчас здесь вижу, что для некоторых из вас это будет полной неожиданностью в самое ближайшее время. В самое ближайшее время у вас произойдет какой-то прорыв, вот особенно я вижу в бизнесе, что вы долго что-то планировали, долго к чему-то шли. Вы знаете, у вас была такая рутинная работа именно по продвижению бизнеса, и вы не видели выхлопа, вы не чувствовали результата. И вот в самое ближайшее время, ближайшее время это до 10 дней, что-то произойдет такое, что у вас вдруг появятся какие-то возможности именно больше прибыли получать в бизнесе. У кого-то на работе, вы знаете, у вас неожиданно вам поднимут зарплату или неожиданно будет какая-то премия, даже не зарплата, нет, это именно что-то экстра, вот что-то вам выплатят, что-то, чего вы не ожидали. Для некоторых из вас, слушайте, покупайте лотерейные билетики, вот это я вижу. В ближайшие 10 дней есть даже такое вот может быть у некоторых из вас, что вы можете и выиграть лотерею. Опять же, и я говорю то, что я вижу. Я вижу то, что я вижу за картой. Я вижу, что это благоприятные дни для того, чтобы купить лотерейные билетики. Попробуйте. Вот, 100% гарантии не дает никто, но не попробуйте, не будете знать. Так, по крайней мере, попробуйте. Вот, так что в ближайшее время в работе, карьере и бизнесе прекрасное время для того, чтобы работать, для того, чтобы наслаждаться работой и наслаждаться результатами своей работы. Чего я вам, собственно говоря, и желаю. Кстати, на эту карту можно даже планировать желания, особенно материальные, поэтому смотрите. Планируйте, настраивайте себя, медитируйте, и все будет прекрасно. Я очень рада, что такая выпала карта. Вот такой интересный вопрос-ответ. На сегодня все. Если есть какие-то задачи, вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Мои контакты под видео и в правом верхнем углу. А на сегодня все. С вами была Женя. Увидимся очень-очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока-пока.